Комиссия осмотрела инфраструктуру Сочи, Олимпийский парк, спортивные объекты и Олимпийский университет. Участники визита увиденным остались довольны. Отметили, у Сочи уже есть большой опыт проведения масштабных мероприятий, который пригодится и при проведении форума. Конечно, понравилось, на мой взгляд, потому что они побывали в столице Олимпиады 2014 года. Всем известно, что город Сочи достойно эту Олимпиаду организовал и провел. И, конечно, существующие объекты делают возможность проведения фестиваля в 2017 году одной из лучших и самых интересных. Если Сочи будет выбран местом проведения международного фестиваля демократической молодежи в 2017 году, то сюда съедутся около 30 тысяч гостей со всего мира. Сейчас Сочи единственный претендент на проведение форума. Окончательное решение комиссия озвучит в эту субботу. Добавлю, что Россия уже дважды принимала этот крупный фестиваль в 1957 и 1985 году. За это время выросло уже третье поколение, но девизы фестиваля остаются прежними – за мир и дружбу.